Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. В Санкт-Петербурге, в Москве, есть сеть магазинов, которая называется Tom Tailor. Мне достаточно нравится их одежда, нормальные цены и высокое качество. У них появились кроссовки. Кроссовки на сайте смотрятся очень симпатично, но было страшно заказывать, потому что в магазинах их нигде нет, и говорят, что можно только заказать. В общем, я взял рулетку, обычную вот такую классическую рулетку, поставил ногу и измерил от пальцев до, соответственно, пятки. Понял, какой у меня размер по их таблице на сайте и заказал себе кроссовки. Забегу вперед, кроссовки идеально подошли по размеру, потому что там было все указано. Еще тут макулатуру мне всякую дали. Значит, вот так выглядят кроссовки. На них есть прайс 59,99. Белые шнурки, здесь похоже на ноутбук. Такой, знаете, резина такая, как будто... Почти как автомобильная покрышка. Не, не автомобильная покрышка, но очень прикольная. Прикольная обувь, они достаточно легкие. Здесь такая дышащая ткань, белые шнурки. Очень красиво, эффектно смотрится. А внутри, ну, как обычно, бумага. Здесь написано Tom Tailor. Так очень круто, хорошо. А размер ее. Внутри они достаточно мягкие. Одеваешь, когда их они удобны, хорошо облегают ногу. Мягенькие, мягенькие. Ну, в принципе, мне понравилось. Сейчас походим, будем понимать вообще, как даже на подошве обратить внимание. Написано Tom Tailor. Ну, в общем, смотрится прикольно. Надеюсь, будут долго служить верой и правдой. Ну, так, давайте крупным планом их рассмотрим. Пошито, кстати, хорошо. Шнурки тоже такие достаточно нормальные. Перфорация под них нормальная. Вот эти отверстия. Здесь, видите, тоже такая заклепочка фирменная. Tom Tailor везде написано. Тут мягенько, вот где пятка, вот наверху здесь тоже мягкие. Но, нет, знаете, бывают такие еще штучки крепят, язычки, за которые удобно держать, чтобы одеть. Здесь сам язычок, он тоже мягкий. И вот здесь коричневая. Так, 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 вот он. Искусственная кожа, тоже написано Tom Tailor. В общем, я доволен. Пока доволен, да, смотрится приятно. По подошве видно, что вот когда будет сгибаться, то вот здесь есть такие деформированные, изначально сделанные производителем для деформации подошвы, когда она вот сходит, вот такие прорези. Их немножечко на пятке, и вот здесь спереди больше, для того, чтобы, наверное, избежать вот этих трещин, чтобы дольше служило. Склеено хорошо, очень все так аккуратненько. Смотрится дороже на, вот, вживую, нежели чем они стоят. Стоят, кстати, не так-то и дорого. Своих денег, полагаю, они стоят.